Итак, друзья, все, кто хотел или хочет, можете свои куколки сложить. Друзья, я напоминаю уже элементарные правила безопасности обращения с открытым огнем. Пожалуйста, друзья, не толпитесь, чтобы это не служило препятствием для отступления от огня в случае, если он будет. Да я свою куколку пристрою! Ты что, я жить захотел? Итак, друзья, я напоминаю еще раз, что не подходите, пожалуйста, близко к костру. Уважаемые взрослые, убедитесь в том, что дети находятся под вашим непосредственным присмотром. Пожалуйста, всем хватит места. А мы начинаем! Зима, прощай, да здравствует весна! Yeah!
Итак, друзья, сегодня закончился первый в этом году, но далеко не последний, друзья, праздник на территории парк-музея Ушкуль. Также наш музей работает музейный сезон каждый выходный, как музей, поэтому приезжайте к нам в гости, друзья. Следите за новым там кто не успел сфотографироваться с медведем? Надо сфотографироваться с медведем, на прикол сейчас есть правило, по которому можно даже выиграть какой-то приз, потому что там проходит конкурс. А так я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы провели этот день вместе с нами. А с нами это парк музей Ушкуль, клуб «Западная башня», огромное количество наших друзей, реконструкторов, ремесленников, торговцев, поваров и всех, кто поучаствовал и помог нам организовать этот праздник. И, естественно, огромное спасибо, друзья, вам, потому что мы работаем для вас и стараемся, чтобы вам было максимально интересно на наших праздниках. Еще раз с праздником, кто поедет, вот, друзья, для самых я расскажу, мы сегодня целый день там что-то кричим, и кто-то это повторяет, чтобы все к этому всему могли приобщиться. Есть такая кричалка, которая, так сказать, является традиционной кричалкой музея Ушкуль, клуба «Западная башня». Пробивала, что-то случае я, бежит Ушкуль. Это название нашего музея. Вы все вместе отвечаете громко «Ушкуль». Потом я кричу еще раз «Ушкуль», вы отвечаете «Не Ушкуль». Да, понятно. Давайте попробуем.